Такого не было, получше. Точно. Мне не отвечают за глаза. Сейчас фильтруют. Я на сроком момент определяю. Одна малява не поможет. Будь ты хоть пуп земли, понял? Только так чего делать, Лис? Пиши. Как прописываться? Кого? И кому малява? Ну, это так, к слову. Да. Не мой. А, не мой. Ты же слышишь меня, не мой. Ну так давай ботл-то свое развязывай, развязывай. Ты на блаженного не пялься, а тут у нас многих на куху пробивает. Ты думаешь, ты не мой, и вот как бы от нас, от всех спрятался. Да нет, Зюма, облом тебе пополам, братва тебя на раз раскусит. Шифруйся ты хоть как сам Штирлиц. Скалишься, фрейрон. А зря. Накосячил ты тут на все четыре кости. Чиферит с пацанами брезговал. Может, ты какого другого высокого мнения себе? Так ты растолкуй, а то у нас братва-то в непонятках. А что это у тебя за синька на рукаве? В Красной армии, что ли, служил? В кадетах, в золотопогонниках. А погоны у нас западло, ты не в курсах, Зёма. Красная армия, красный цвет, а на красный цвет приезд по закону положен. Красные у нас только суки. Нет. Ну, если ты займять косяк хочешь, не вопрос. Тут у нас люди живут, звери. Только ты колеса свои скинь. Тебе ведь еще тут до зимы чалить. А бедному каторжанину на суд идти не в чем. А там на меня мама глядеть будет. Ну, скинь, не будь падлой. Значит, будешь козлом в погонах. Опа! Нормально. Не парься, не мой. Братва от скуки раздухарилась. Лис на тебя с понтом наезжал. Гамит, ты не мог ему полегче в бубен накладывать? Не мой был, теперь оглохнут еще. Да что ты за человек? Я ж Лис прикрывал. Да ладно, нормалек, все. Брячок, иди к нам. Четверком будем твой котелок лечить. Короткий, завали три корабля. Лис, ползи сюда, ползи. Таня, моя, моя Таня, моя Таня. Пей, пей. Там витамины. Очень даже для каторжанина полезны. Потом хавать потянет. Что же мы, последняя хата. У нас и хавка, и курево найдется. Все равно закуришь. Откуда ты? С Казапетовки он. Не, с Москвы. Ничего, ничего. Ты, братишка, нас не бойся. За наш кипиш. Тут крутой, не крутой. А все одно с любого боку. Сунут пико прямо в ухо. Если будешь неправильно жить. На разборках не прибором. Решай вопрос с понятием. Вот смотрящий, к нему иди решай. За метлой следи, не пари косяков, не обижайся. И нижнюю масть не трогай. Не дотрагивайся в смысле. Обиженных и опущенных не касайся. Эта зараза хуже СПИДа. Коснешься, сам опустишься. Вот такие у нас здесь игры. Кому игры, а кому жизнь. А пока ты наш пацан, честный бродяга, как и мы. Так что держи краба.